В начале мероприятия дети посмотрели небольшой мультфильм об интересных фактах, связанных с нашей страной. После этого организаторы провели для ребят интеллектуально-познавательную викторину. Программа включала в себя вопросы различной степени сложности. От совсем простых до очень оригинальных. Например, назвать неофициальные символы России или почему на гербах часто изображают животных. Кто-то из детей знал правильные ответы на вопросы викторины, а кто-то подчеркнул много нового для себя. Наша Россия очень большая, и в ней живут много национальностей, что мы должны любить нашу Россию. Но есть три официальных знака России – герб, гимн и флаг. Наша страна самая большая, и многие страны могут поместиться в нашу страну. И все страны хотят жить в нашей стране. Наша страна – это наш дом, и его нужно любить. Не обошлось и без игр. «Какая наша родина» и «Собери флаг» девчонки и мальчишки своими руками сделали флаг из бело-красно-синих прямоугольников. Программа вызвала у маленьких россиян живой интерес и восторг. Родина – наша гордость. Гордость наша, здорово. Родина – наша мать. Родина – наша мать. Наша умная. Умная наша родина. Родина наша многонациональная. Так, вот. Родина наша нерушимая. Родина наша безграничная. Безграничная наша родина. Здорово! Такие мероприятия развивают в детях чувство патриотизма и любви к своей родине. У ребят формируется представление о стране, в которой они живут, развивается эмоциональная отзывчивость к государственным праздникам. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.